достаточно пожилой человек. Слушайте, ну выгляжу-то я как, а? Тут главное вот ведь что. Да. Рубашка главная, это вот. Про Грушинский расскажу попозже, расскажу. Сейчас вам расскажу вот про проект ХБ. Значит, дело в том, что вот про виниловую пластинку спрашивали, это мы издали, значит, когда? Года полтора назад виниловую пластинку таких лучших песен. Это у нас как бы такой совместный проект с Алексеем Вдовиным и Павлом Фахрутдиновым. Вот называется проект ХБ, для тех, кто как бы, если кто не знает. Вот, и уже записано было несколько альбомов. И мы, значит, решили выпустить такое, типа, The Best, но на виниловой пластинке. И, к счастью, мы успели это сделать до всяких вот этих кризисных моментов, потому что тогда еще это была какая-то подъемная сумма, которую мы собрали, кстати, благодаря слушателям. Они как-то все так дружно скинулись, и мы все это оплатили и, в общем, сделали. Вот. А потом это, конечно, уже стало как-то сильно прям супер дорого, и уже, наверное, сейчас я даже боюсь и узнавать, сколько это все стоит. Вот. Так что вот такая вот виниловая пластинка, и несколько, так, не знаю, еще, может, несколько там десятков экземпляров ее осталось, так что вот можно ее купить, и там тоже диски всякие есть, и мои, и проекты ХБ. Вот. А в этом году, это я сейчас плавно подхожу к следующей песне, которую я спою. Песня, она не совсем новая, но вошла в новый альбом группы «Проект ХБ». Вот. И примечательна она тем, вообще кто-нибудь знает, что это за, кто слушал группу «Проект ХБ», да? Конечно. А, ну прекрасно. Вот, то есть вы знаете, что там песни в основном поют Алексей Вдовин и Павел Фахрутдинов, даже мои песни, как бы вот. И меня спрашивают часто, что «Дмитрий, а что ж вас там обижают, наверное, да, вот не дают вам спеть, там вот все, вот, да, жалеют меня». Это был один из запланированных вопросов. Да, вот жалеют меня все, знаете, девушки, женщины после концерта подходят, после концерта в ХБ подходят, о, ты бедненький, обижают тебя, небось, там, а да. Ты пользуешься, да? А я пользуюсь, да, я пользуюсь их добротой, вот, да, и вот это все, да. Вот, а на самом деле, это, конечно, не так, там немножко другая концепция, потому что, знаете, вот, я придерживаюсь такой, ну, такого принципа, что слишком хорошо, это тоже плохо, знаете, вот, все должно быть в меру. Вот. И в этом альбоме, в новом альбоме проекта ХБ, который вышел в этом году, он называется «Песни Эдгара По», если кто не слышал, обязательно послушайте. В этом альбоме, в своей песне, она называется «Не помогает», я пою один из куплетов, там их три, и мы по каждой поем по одному куплету. Вот. То есть это единственная песня, куплет, который я спел вот, в записи проекта ХБ. И критики, все, просто как один, сказали, что это лучший альбом группы проекта ХБ, вот этот вот. Да. Так это я только один куплет как бы спел. Понял, да? То есть как бы да. Один куплет уже лучший альбом. А если как бы, да. То есть уже. А если было бы два, уже был бы перебор. Поэтому я вот, знаете, постепенно, постепенно. Суп, календари обычно врут, напоминая, что жизнь мотается на ус, и в голове терновый куст никем не занят. Время мертвой рыбой убывает из рук, я упражняюсь в дзен-буддизме, открывая Facebook, не помогает. Делать все, что хочешь, и пока земля кружится под ногами. Не важно, меньше или больше, все, что можно, все давно случилось с нами. Я не Аль Пачино, не Святой Валентин, упрямо слизываю с губ твоих, амфетамин не помогает. И кто сойдет в кювет, а кто на этом пути себя обрящет? В конце тоннеля свет читаю с красной строки, поэты через одного мудаки, а как по мне еще и чаще. We'll be right back.
достаточно причин, чтобы устроить Третий Рим в своем ашраме. Сынок становится мужчиной, он воюет за мир на радость маме. Снимите шляпы, господа, наденьте дамы белье. Мы победили всех, ура, сержант в окошко блюет, не помогает. Кончилось кино, пора идти по домам, все это знают. Актеры гасят свет и нервно жмутся к углам. Держу культями фронтовые 100 грамм. Не помогает. Не помогает. Не помогает. Не помогает. Спасибо.